Игроки Cyberpunk 2077 научились делать почти киберспортивную распрыжку. Правда, немного странную. Персонаж может прыгать с огромной скоростью даже из стороны в стороны. То ли тестирование не задалось, то ли CD Projekt Red все сделала намеренно и оставила эту странную функцию в игре. Похоже, особого секрета нет. Нужно лишь добиться максимальной скорости при беге и начать прыгать. Релиз Cyberpunk 2077 предсказуемо омрачили безумные баги. Пропадают машины, текстуры, объекты подгружаются прямо на глазах и так далее. При этом игра уже пропачена минимум до версии 1.3. Похоже, разработчикам предстоит еще много работы.